Добрый день, дорогие мои земляки, азербайджанцы, братья и сестры. Я руководитель Ростовской региональной Азербайджан национальной культурной автономии Вагим Мустафаев. За последние 3-4 дня в социальных сетях и на разных каналах в Ютубе была выложена ложная информация и подложено видео о моем якобы публичном поздравлении Армении с Рождеством. Хочу пояснить, что 22 ноября 2018 года Ростовская региональная азербайджанская национальная культурная автономия провела впервые на Донской земле в городе Ростове-на-Дону азербайджанский праздник «Гранат». Видеорепортаж о проведении мероприятия были выложены в интернет официальными и аккредитованными газетами Ростовской области и главным телевизионным каналом Ростовской области. Однако некоторые так называемые азербайджанские телеканалы, группы в социальных сетях, нарушив все авторские права официальных СМИ Ростовской области, взяли данное видео репортаж «Гранат», вырезали звук, где я давал интервью о празднике «Граната». Наложили свою текстовку и подали его как поздравление ариманскому народу с Рождеством от лица азербайджанского народа. Это наглая ложь и клевета. И никаких писем в Республику Армения и с каким-либо поздравлениями я не писал. Это тоже ложь и наглая клевета. В настоящее время подано официальное заявление в Государственный следственный комитет Российской Федерации и прокуратуру Российской Федерации, МИД Азербайджана, посольство Азербайджана в целью разобраться и этой клеветы, которая вносит раздор между народами, проживающие на Донской земле, и наказать виновных, чтобы больше такие провокации не повторились. Хочу сказать, что в Ростовской области проживает 150 национальных культур. И основной задачей любой общественной организации является следовать целям и задачам национальной политики Российской Федерации, а именно укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России и гармонизация национальных и межнациональных, межэтнических отношений. Создавать пятую колонну, разжигая межнациональную рознь на территории Российской Федерации, путем таких ложных обвинений, которые сегодня делают некоторые так называемые азербайджанские СМИ. Никому не позволительно. Дорогие азербайджанцы, я призываю вас быть мудрее. Только межкультурный диалог может разрушать все стены недопонимания. С наилучшим пожеланием, ваш Вагим Мустафаев.